Павел, а ты, пожалуйста, извини Никиту, он тоже не хотел. Хорошо, я его прощаю, но мы не идем в Новый год вместе. Да, ну да, мы не держим обид друг на друга. Понятно. Значит, ребят, мне 35 лет, мне нельзя так бегать, у меня начинается тахикардия и давление. Надеюсь, я оставлю это в 21-м году, в 22-м году я не буду, значит так. Ребят, между вами явно есть чувства, правильно? Но у вас есть какая-то дурацкая обидочка, правильно? Ну, кто-то из вас может быть умнее и просто взять и отложить хотя бы эту обиду, а? Он идет тебе навстречу, а ты так, Ален. Идет из своей подачи. Какая разница, какая подача? Ты чё-то... Запарили. Значит так, я сел. Мы все дружно забыли про произошедшее. Небольшое недоразумение. Итак, Алена и Никита, хочется от вас услышать, а не хотите ли вы оставить в прошлом году свои обиды? Что? Другое дело. Ну что, друзья мои, ну с Новым годом вас, мои хорошие. Итак, а следующая наша пара.